Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня в рубрике «Наука и спорт» уже известный вам профессор, спортсмен Стефан Диас расскажет о том, как правильно подойти к послетренировочному питанию. Главное питание теперь очень главное. Время, которое принимает, это не просто протеин, но время, которое принимает протеин. А протеин есть несколько исследований. Я недавно посмотрел один, который сделал в Марине. Маринс это высшая милиция американцы. Да, да, да. И они посмотрели 150 человек от армии. 150, большое количество. И они сделали три группы. Один группа только после тренировки. Только углеводы, другая группа ничего, вообще ничего, ничего, пласиво, ну, то есть контроль, да, чтобы они пили, но ничего, ничего не было, пласиво называется, да. А третий протеин из углеводы, потому что было только углевод, протеин. А группа, которая принимала углеводы, точно самое количество, которое было только углеводы, но углевод с протеина. Они восстанавливаются быстрее. Углеводы и протеин быстрее. Углеводы и протеин, да-да-да. Быстрее. Быстрее. Самый лучший эффект. Самый лучший. Затем они получили меньше травм. Это было примерно практически год эксперимент. Большой эксперимент. В армии сделали. У Marine Corps. И сделали. Посмотрели, что получают меньше травм. Мышцы восстанавливаются быстрее. Они есть... Маленький, как сурвей, как дневник. Они, и да, как лог, который не могу не сказать, как чувствовали. Да, да. И они посмотрели, что чувствовали люди лучше, да, чем другие группы. И затем получили меньше простуд и... Заболевали. Система тоже да, иммунная система. 30% меньше заболели, чем другие группы. Очень интересно. Протеина, потому что протеин помогает в гормонах, да, помогает да. В мышцах, в сухожилии, разные функции. Получается, опять-таки, нужны быстрые углеводы и аминокислоты, белки, да? После тренировки. После тренировки. Сразу же после тренировки. Углеводы и протеин, это самое лучшее. А сколько тогда нужно делать, вот если я тренирую сегодня грудь, хочу увеличивать миофибрилы при критических волокнах? Сколько мне нужно сделать рабочих подходов? Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак Фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня.